А вот эта башня, к которой мы приехали, это случайно не башня Гринча? Я ненавижу это время! Это время года! Все так счастливы! Фу! Но нет! Но нет что, Гринч? Но не в этом году я не позволю им праздновать! Почему, Гринч? Я украду Новый год! Только тихо! Вау! Подождите, ребят! Посмотрите! Это что? Неужели это комната Гринча? Посмотрите, а это трон его. Кто-то слышит шаги. О, нет. Кажется, сейчас зайдет Гринч. Наконец-то скоро наступит Новый год. Вот уже навалило кучу снега. Все жители так красиво украсили свои дома. И, конечно же, поставили огромную елку. И теперь нам осталось только украсить нашу елку. Как вы видите, елка у нас очень большая, она вся такая пустая, как вы видите. Она просто, знаете, здесь ни единой игрушки нет. А вот, собственно, видите, здесь игрушки. Возьмите украшения из этой кучи, ну, естественно, украсьте елку. Смотрите, все такие маленькие, только я почему-то такая большая. Капец, смотрите, я взяла вот такой шарик и... Я его повешал вот сюда. И так вот нам нужно вот за 46 секунд нам нужно украсить елку. Вы серьезно? Да мы не успеем. Ну ладно, ребят, давайте взяли быстренько украсим, насколько мы можем. Хоть, ну, знаете, нам мало времени и дали, но ладно. Так, я, походу, украшаю только с этой стороны, потому что, ну, не знаю, у нас осталось 30 секунд, ну, а шаров. Ну, а уже украшений у нас все меньше и меньше. Так, давайте я вот сюда повешу. И еще. Хорошо, так, смотрите, просто реально, ребят, так постарались, конечно, так украсили все красиво. Знаете, сразу такой дух Нового года, там, ну, вообще такое новогоднее настроение. И это, конечно, классно, что, ну, жители нашего города так постарались, то есть так украсили, там, ну, понимаете. Понимаете меня, да? Так, все. А мы не успели. Или успели? Все готово, спасибо вам, ребята, за помощь. Да всегда, пожалуйста. Боже мой, еще, ну, вот видите, мы уже все украсили, и вот такая елка у нас получилась. Как видите, мы ее быстро украсили за 40 секунд, ну, естественно, красиво. Так, давайте мы все же зажжем елку. Раз, два, три. Елочка, гори! Вот видите, сразу загорелась. Ну, куда же кричать пришлось, чтобы загорелась? Видите, сразу, оп. И звезда, естественно, тоже загорелась. Как вы видите, ну, выглядит это, кстати, очень даже мило. То есть, очень даже, ну, прикольно и красиво. Теперь, когда мы в духе Нового года, пришло время для нашей вечеринки. За мной! Какая еще вечеринка? Эй, Цепь! А, этого чувака зовут Цепь. Это, ну, знаете, такое интересное имя, конечно. Но, а что за вечеринка-то? Время вечеринки! Давайте насладимся горячим шоколадным тортом! Шоколадным тортом? Боже мой, ребят, это мой самый любимый торт! Хотя это не торт, это... А, это горячий шоколад, ребят, посмотрите! Ну, горячий шоколад я еще больше люблю. Вот, серьезно. Посмотрите, даже здесь дом очень классно украшен к Новому году. На самом-то деле. Так, здесь написано прямо через деревню на вершине горы. Находится мистер Гринч. Оу! Неужели от нашего города, ну, от нашей деревни близко живет Гринч? Точнее, на горе. Я ненавижу это время! Это время года! Все так счастливы! Фу! Но нет! Но нет что, Гринч? Но не в этом году я не позволю им праздновать! Почему, Гринч? Я украду Новый год! А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1. Молодец! Гриш, зачем тебе красть Новый год? Я не понимаю! Ну, как бы все же рады и так далее. А, кстати, а мы можем покататься на санках? Это хорошая идея. Кстати, смотрите, сколько здесь разных вкусностей. Даже торт, реально шоколадный есть. Это что, мороженое? И курочка, ну боже, как здесь все вкусно.
Какого цвета сани вы хотите? Давайте красные. Красные? Нет? Ну блин, красные сани! Зачем нам зеленые сани? Нам нужны красные. Еще и камин такой красивый. Ладно, ребят, давайте поедем, покатаемся на санках. Ну, потому что это же реально круто. Так, ну, не знаю. На самом деле, мне нравится на санях кататься. Идите сюда, ребята. Ребят, смотрите, вот я сюда сел, прям вот сюда. На, ну, вперед. Как видите, посередине здесь. Я не знаю почему, но я здесь самая огромная. Самая большая, видите, все маленькие, а тут. Вот так. Так, хорошо. Время закончилось, и сейчас мы, ребят, уже поедем. Итак, ребят, смотрите, мы реально куда-то поехали. Воу, что у нас с санями-то произошло? Мы не подлетели. Мы должны были полететь. Мы не подлетели. Мы где-то застряли. Ребят, где мы? Ребята, простите, все в порядке. Ох, я думаю, что с нами все хорошо. Не знаю, но видите, уже стемнело, то есть... Мы тут упали, и мы потеряли сознание, и то есть получается, ну мы спали, и только сейчас это. Подождите, а вот эта башня, к которой мы приехали, это случайно не башня Гринча? Держитесь подальше, только Гринч, что? Я не поняла. Кто хочет подняться наверх? Ни один человек, кроме Гринча, не смог туда подняться. Да вы что, я вообще туда поднимусь на раз-два. Ну, еще и на гору Гринча. И... Тем более, если никто не смог, то я 100%, ребят, смогу. Вот увидите. Оу. Что это? Ребят, посмотрите! Неужели мне это придется все проходить? Да, это невероятно, ребят. Как говорит цепь, что это невероятно. Ну, я просто, знаете... Ну, по крайней мере, мы видим лестницу, чтобы подняться. Ну, знаете, нам не нужно карабкаться хотя бы по стенам. Что это за шум? Вы слышите это? О, нет! Кажется, сейчас, знаете, снег... Подождите. Цепь говорит, что снег заполняет нашу вот эту вот штуку, по которой мы должны сейчас подниматься. Да неужели? То есть, а если, знаете, сейчас мы здесь и останемся... Ой-ой-ой-ой-ой! Осталась минута, чтобы пройти это. Еще нам и говорят подняться на пещеру. Представьте, а если реально кто-то упадет? Прикиньте, вы поднялись? Эй, а тут толкаются! А это плохо! Это очень плохо, что здесь толкаются. Осталось, по крайней мере, 43 секунды, а снег даже не заполняет. Это хорошо. Видите? Вообще, здесь кто-то не может пройти! Допустим, как вот те чувачки, они просто не могут подняться. Мне на самом деле их очень жалко, но... Блин, ладно. Я, по крайней мере, здесь подожду, чтобы быть в безопасности. Видите? Давай, ты сможешь, осталось у тебя два. О, боже мой, ребят. Ну, он маловероятно, что успеет, но... Как видите, вот из этой дыры, получается, просто оттуда вылетает куча снега. Что, знаете, это, ну... Не то, что плохо, но... Но это, знаете, неприятно. Ты просто прыгаешь, 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 и, ну, ты не можешь. О, нет. Все. Ну, я ж прошла. Все, ребят. Видите, тут закрыли! Офигеть! Мы сделали это! Давайте войдем внутрь тихо! Ну, ну давайте! Только тихо! Вау! Подождите, ребят. Что, одна? Нет, я не одна. Посмотрите! Это что? Неужели это комната Гринча? Посмотрите! А это трон его! Видите? Выглядит прикольно. Представьте, я такой Гринч. Вот здесь сижу такой. Решаю, как украсть Новый год! Кто-то слышит шаги! Быстрей! Нам нужно залезать! Вот сюда, в этот шкаф, чтобы Гринч нас никак не заметил. Так, прячемся в шкафу. Давай, бегом-бегом сюда! Так, блин, представьте, ребят. А если нас Гринч здесь заметит? Давайте мы спрячемся в шкафу. Все же в шкафу здесь. Ну, нам полегче. Так, все, ребят. Мы с вами находимся в шкафу. О, нет. Кажется, сейчас зайдет Гринч! Ребят, посмотрите! Видите? Так... Девочка сказала, что это Гринч. Да неужели? Серьезно. Все время мы говорили о нем, и сейчас она только узнает, что это Гринч. Странно. Ну ладно. Гррррр. Мне пора составить план. Да, Гринч, тебе пора составить план. И вот я здесь. Все грустно, пока Чилвилл празднует свой праздник. Чилвилл — это наша деревня, если что. У них вечеринки с горячим шоколадом. А я даже не получаю приглашения.
Гриша, тебя нужно было приглашать? Прости, пожалуйста. В следующий раз я тебя точно приглашу. Так пока что они спят, я буду одеваться как Санта-Клаус. И что ты будешь делать с костюмом Деда Мороза? Ой-ой. И когда они проснутся, они все будут целые. Им будет грустно, что они потеряли все свои подарки. То есть Гринч хочет забрать наши подарки, которым нам будет приносить Дед Мороз? О нет! У меня выпал шарик! Что это было? Кто в шкафчике прячется? А ну-ка идите сюда! О нет! Слушайте, ребят, нам нужно отсюда уходить! Так, мы пойманы! Сохраните спокойствие и дайте мне поговорить! Привет, мистер Гринч! Мы тут потерялись, и нам стало холодно, а здесь так тепло. Нам очень жаль, мы уходим. Да, мы уже уходим, прямо сейчас. Пока. Все, мы уходим. Все, нам надо идти. Не так быстро. Вы слышали мой план о том, как я буду красть Новый год. Вы всем расскажете. Я должен тебя устранить. Ребята, бегайте. Куда бежать? О нет, ребят! Посмотрите, этот Гринч несется за нами теперь! Из-за того, что мы узнали о его плане! Ну блин, мы же не виноваты! Ну Гринч, ну тоже пойми нас! О нет, ребят, он сейчас за мной будет гоняться! Нет, это не надо мне! Не надо мне такого! Все, ребят, смотрите, я его здесь заскамила. Видите? Он здесь стоит. О, как ни в чем не бывало! Ох, конечно, капец, ребят. А где девочка? А туда можно идти, что ли? А, так у нас есть бита! Офигеть, а я-то не знала! А где Гринч-то? Сейчас. О, он здесь уже. Это плохо. Так, смотрите, я сюда вот попадаю, и все. Так, Гринч, что ты здесь будешь делать? Зачем прятаться в школу? Гринч, ты что, девочку убил? Зачем? Ребята, так нечестно! Он убил девочку! Блин, ну теперь Гринч-то за мной точно будет гоняться. Как вы видите, он просто за мной... А ну-ка иди сюда! Пообещай, что ты никому не расскажешь о моем плане! Да боже, мне серьезно не буду рассказывать! Единственное, что, может быть, я сделаю, это как-то, ну, предустранить это и все. Боже, вы дети... такие быстрые для меня! Ну, давайте я заключу с вами сделку. Сделку? Какую еще сделку? С Гринчем сделку? Никогда! Пообещайте мне, что вы никому не расскажете о моем плане, и я отпущу вас. Конечно, мистер Гринч, мы никому не расскажем. Вот просто, ну, никому, ребят, ну, серьезно, ну, зачем мне рассказывать вообще? Ну, наконец-то мы дома. Не ожидая, что это все произойдет именно сегодня. Ну, знаете, я не хотела, что... Ну, конечно, знаете... Украсть Новый год за одну ночь – это нереально. Ну, вот серьезно говорю. Как можно во всем Чилвилле просто украсть Новый год? Это же, ну, это нереально. Ну ладно, ребят, знаете, он еще и, кстати, хочет переодеться в Санту. То есть в Деда Мороза. Нам нужно что-то придумать. Как захватить Гринча, и чтобы, ну, как-то, может быть, ну... что, в общем, что-то попытаться сделать. Нужно придумать какой-то план. Знаете... Есть план маленький. Час спустя. Мы, знаете, вы уже придумали все. У меня были идеи, кстати. Ну, сейчас мы все это сделали. Так, смотрите. Мой план заключается в том, что, видите, мы перед камином сделали вот такую дырку. В этой дырке паутины. Ну, и как вы знаете, Дед Мороз же, ну, через камин. У кого есть камин, знаете, там, через трубу там. И он вообще пойдет сюда. Он же пойдет прямо. И упадет прямо сюда. Видите, я хоть сейчас не могу упасть, но... Потом мы это отодвинем, вот эту прозрачную штуку, и все. И он реально упадет. Но сейчас у нас время спать. Давайте мы с вами ляжем вот сюда, рядом с камином. Хотя нет, может быть сюда? Не знаю. Не, мне здесь не нравится. Мне здесь нравится. Здесь как-то получше. Хотя и там тоже не очень. Ну ладно, ребят, все. Мы легли спать. Сейчас время спать все же. Вы же знаете, что Дед Мороз не приходит, если ты не заснешь. Вот и все. Сейчас мы спим и ждем, пока придет Дед Мороз. Так, смотрите, мы с вами. Так, может быть, подглядим немножечко. Ну, сейчас уже время-то.
3 часа ночи должен прийти Дед Мороз. А вот и Дед Мороз. Время красть Новый год. Итак, а ну-ка идите сюда. О, куда я упал? Ну, боже мой, Гриш, ну как ты не можешь догадаться просто? Ребята, встаем! О, посмотрите, тут реально Гриш сидит. О, боже, ребята, что вы делаете? Вы ж подарков не получите, почему вы не спите? Привет, Санта! Прости, конечно, но мы реально хотели тебя увидеть, ну, знаете, это была моя мечта, там все такое. Хоть это и Гриш, здесь даже видно, ну ладно. Вы хотите получить свои подарки? Да, конечно, Санта, но... Ну, Дед Мороз, но... Все равно, ладно. Я уже ложусь спать, прости, пожалуйста, Дед Мороз. Все, я уже сплю, ладно? Ну, вы же видите, это Гринч. Тут видно его, получается, кожу, и это, ну, странно. Ладно, хорошо. Дети совершили большую ошибку. Почему? Почему совершили вдруг большую ошибку? Боже, какие они тупые дети. А еще и верят этому Новому году. И Гринч украл все их подарки. Что? Гринч украл мои подарки? Зачем? Ха, и еще и тут смайлик, знаете, тут такой, типа, веселый, да? Гринч, это нормально? Я не вижу, что это, ну, типа, ну, это ненормально. А где наши все подарки? Ребята, посмотрите, их реально Гринч забрал. Здесь было полно подарков, но сейчас их вообще нет. Давайте мы с вами, может, посмотрим где-нибудь там на улице, ну, не знаю, где-то, в общем, за домом, потому что, ну, блин, может быть, они там. Хотя я не уверена. И здесь тоже нету. То есть, ну, знаете, у меня была такая мысль, что, может быть, где-нибудь здесь положили под этой елкой. Тогда куда все... Куда Гринч сделал все подарки? Так, ну давайте мы с вами посмотрим вот здесь. Потому что, видите, здесь какая-то линия из подарков. То есть, знаете, может быть, Гринч собирал. И тут он выронил все свои подарки. Поэтому давайте мы с вами пойдем вот сюда. Вот, получается, этими подарками, видите, оно ведет сюда. А как бы это мне было бы странно. Ну, цепь, давай быстрее, что ты так долго идешь? Смотрите, ребят. Это ведет куда-то туда, куда-то прямо, видите? Здесь куча подарков, и оно ведет прямо, ну, прямо-прямо. Прямо-прямо. Смотрите, ребят, мы все еще с цепью, вот идем туда. Здесь подарков просто столько много, вы видите? Ну, их реально просто много. А вдруг какой-то из этих подарков это мой? Ну, понимаете, нет? Что тут произошло? Почему здесь куча льда? Да который еще и сломался! Что? То есть вы мне предлагаете прыгать по этому льду? То есть вообще, ну, замечательно, ребят. И тут, кстати, еще подарки. То есть Гринч по этому пути тоже шел. Но если Гринч прошелся по этому пути и не упал, значит, я тоже не упаду. Видите? Вообще просто прекрасно, ребят. Мы все с вами это прошли. Цепь, а ты... А, так он уже здесь. Цепь, как ты так все быстро проходишь? О, посмотри, там какой-то бункер. Какой еще бункер? А, вот это комнатка. Да, это я видела. Давайте мы с вами пойдем где внутрь. Потому что мне очень интересно, что здесь. Ну, и тем более внизу, знаете. Ну, цепь, ну ты там долго. Ну, все, ну, почему мне жизни отняло? Мне жизни отняло? Почему? Эй! Что происходит? Неужели мы сейчас будем сражаться с боссом? Смотрите, ребят, здесь же все наши подарки. Вот мой подарок, я его точно видела ночью. Но почему они здесь? Почему мы здесь? Ребята, зачем вы за мной пришли? Я вам говорил, нельзя сюда идти. Я хотела забрать все свои подарки, которые ты у меня зачем-то забрал. Ну хорошо, я не Санта. А кто же ты? Я Гринч. И я не буду тебе отдавать твои подарки. Зачем? Зачем ты это сделал? Ну все, ребят, давайте мы его уничтожим. О нет, кажется, этот Гринч идет сюда. Неужели он прямо на меня? Ра! Ра! О боже мой, ребят, зачем он... О! Сейчас еще и лава поднимется. Да, ребят, как я и говорил.
Ну, конечно, Гринч ничего не делает. Он только обстреляет и поднимает вот эти штуки. Все, надеюсь, я могу сейчас. Сейчас по ноге ему, давайте, давайте, давайте. Сейчас по ноге его будем бить, вот так. Смотрите, ну, мы ему отняли, по сути, 10%, наверное, от здоровья. Так, все, опять начинается. Опять начинается. Он опять уже кидает мне опять эти метеориты. Странные какие-то. Так, хорошо, знаете, нам вот если под расчетом раз, два, три. Где-то, может, 4 раза нам еще нужно вот так вот пройти. Вот так, то есть его побить. Эй. Ну, может быть, 5. Не, 4. Ну, я так думаю. Так, хорошо. Знаете, мы с вами хорошо идем. Мы за 2 раза уже почти половину ему ХП снесли. Ой-ой-ой-ой, я что-то это... затупила. А представляете, если бы я сейчас умерла бы под этой лавой? Конечно, было бы неприятно. Знаете, уже на полпути, когда мы уже почти уничтожили Гринча, когда у нас есть просто лучшая возможность уничтожить Гринча. Ну, знаете, чтобы он не украл Новый год, у нас есть еще, ребят, шанс спасти Новый год. Мы единственные, кто можем спасти этот Новый год, потому что, как вы видите, здесь Гринч просто стоит, ну, не то чтобы просто стоит, он крадет у детей подарки, то есть забирает их ночью. Ну, и то есть, представляете, сколько детей, ну, просто расстроились из-за того, что у них нет подарков. Но... этим утром мы все вернем обязательно, только нам нужно уничтожить Гринча. Посмотрите, нам уже осталось совсем немножко, буквально, ну, не знаю, ну, реально немножко нам осталось. Смотрите, вот здесь Гринч стоит такой недовольный, но он еще не знает, что мы сейчас уже все, сейчас мы его убьем. Так, Гринч, ну, держись, просто посмотрите, ребят, у него все, все, ребят, мы добили Гринча. Почему он таким маленьким стал? Ну, держи. Нет! Что ты неткаешь? Мы сделали это! Мы остановили Гринча! И мы спасли Новый год! Давайте мы вернем все подарки детям. Ну, естественно, мне. Ну, точнее, все подарки в Чилвилл. Ну, и будем наслаждаться Новым годом! Все, ребят, посмотрите! Мы с вами уже в нашей Чилвилле, как вы видите... Мы серьезно спасли Новый год? Да, мы спасли! Новый год! Это не о подарках и так далее. Это чтобы проводить время вместе с друзьями и семьей. Поэтому... Поэтому что? Я хочу пригласить Гринча, чтобы он отметил с нами Новый год. Может, он не любит Рождество, потому что был один. Как вы думаете, приглашать Гринча или нет? Я решила не приглашать. Нет, он не заслуживает это, он не заслуживает, получается, наслаждаться Новым годом, потому что он его хотел испортить, ну как бы, ну, нет, ребят, лучше не стоит. Ребята, это ваши подарки на этот год, потому что вы оставили Гринча одного на Новый год, и это я никак не потерплю, я надеюсь, что вы... что вы поймете это, и вы и поймете свои ошибки, и больше не будете их повторять. Нет, ребят, то есть мне еще подарили уголь. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайся на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока. Переходите на следующее мое видео. Увидимся там.